Вас вітає інформаційна служба телерадокампанії «Гомель». У студії працює Євген Побаловець. Глядіть у гэтым выпуску. Сегодня сусветный день борьбы со СНИДом. В 1988 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила, что распространение этого захворывания набыло масштабы глобальной пандемии. В Будакашалевском районе прошло выездное посяджение постоянной комиссии Гомельского облсовета по законности и правопорядку. С сегодняшнего дня сотрудники Державтоинспекции узмоцнят контроль за обовязковым использованием зимовых шин. А зараз об этом меньшем больше подробязно. Сегодня сусветный день борьбы со СНИДом. В 1988 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила, что распространение этого захворывания набыло масштабы глобальной пандемии. Что изменилось с того часу и какая зараз ситуация в Гомельской области, высветляли наши корреспонденты. Абыяковые отношены до своего здоровья. Миновито так, по словам медиков, можно окреслить основные причины заражения ВИЧ. Усе махчимые шляхи передачи вируса давно ведомые. Але только на Гомельщине с початку года больше як 600 новых выпадков инфицирования. При этом амаль 45% поставленных на улик люди во возрасте свыше 40 годов. У отделе профилактики ВИЧ СНИД Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья кажут, что на колькость выявленных выпадков поуплывал той факт, что у наибольш несприяльных районах стали проводить больш грунтовный контроль. Введенный дополнительный дифференцированный скрининг с июля 2013 года, он увеличил выявляемость ВИЧ-инфицированных, ВИЧ-позитивных. Но это дало свои все-таки положительные результаты. Почему? Потому что мы выявляем ВИЧ-инфицированных на ранних стадиях, своевременно назначается терапия, уменьшается вирусная нагрузка в крови человека, и тем самым человек перестает уже быть потенциальным источником инфекции. Сказать так, чтобы он уже окончательно не был источником инфекции, нельзя, но тем не менее риск уменьшается. Сегодня сярод наибольш несприяльных по захворванні на ВИЧ районов – Светлогорске, Жлобинске и Октябрьске. Колькость носьбитов вируса тут превышая 1% от агульной колькости насильництва. Згодно с опошними дадзинами, усяго на Гомельщине зараз проживают 6738 хворых на ВИЧ. При этом у 94% выпадков инфекция передавалася у вынику сексуальных контактов. А у группы рызыки зараз трапляют усе, без выключения, слои насильництва. Бадай один и становший момент у такой ситуации – з'явление леков, которые позволяют подолжить життё ВИЧ-инфицированных не дзе на 30 годов. А проча того, у вынику антиретровирусной терапии практично усе дети, народженные на Гомельщине от инфицированных мати, сегодня з'являются абсолютно здоровыми. С початку этого года такую допомогу отримали 125 тяжарных жанчын. Все женщины с 14 недель беременности получают высокоактивную антиретровирусную терапию для профилактики внутриутробного инфицирования. В связи с этим новорожденные все у нас здоровы, без ВИЧ-статуса. И мы добились очень таких больших успехов, международных, можно сказать, успехов. В этом году мы получили 0% инфицированности у новорожденных. Все дети у нас здоровы. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Турнир по настольным теннису для людей со слабым зроком, фотовыставы от посольства Израиля, Палестины и швейцарского Червоного Крыжа, а так само инклюзивный концерт. Это только частка мероприятий, которые прошли у Гомеля в рамках международной акции «Инклюзивная Беларусь». Олег Сентюров встретился с удельниками мероприятий. Конвенцию о правах людей с инвалидностью Организация Объединенных Наций приняла в 2006-м. Беларусь ратифицировала этот документ. У кастрычников этого года мероприятие у Гомеля по особенности один из первых кроков по его практичной реализации. 21 листопада Гродно, 24 Брест и вот теперь Гомель. Головная тема акции у нашем областном центре – обмеркование шляхов по створению громадства ровных махчимостей. Причем размова идет об разных группах населения, у тем лику беженцах. У пылной ступени Гомельщина может лечиться прикладом по их адаптации. So, of course, it goes with children going... Те вопросы, которые такие проблемные, это, естественно, адаптация. А адаптация для детей – это школьное образование для взрослых, это трудоустройство, это доступ к медицинскому обслуживанию. Это те вопросы, которые не решаются за один день. И поэтому мы приезжаем сюда регулярно, часто мониторим ситуацию, обсуждаем с местными властями, как можно разрешить эти вопросы.
Один из центральных моментов акции – подписание погоднения помеж керавництвом Абалвоканкама, Организации Объединенных Наций и Международной Организации по миграции. И оно предугледживает створение на Агомишине сприяльных умов для всех громадян, незалежно от узросту, полу, стану здоровья, этничной принадлежности и религии. В опошний час для створения громадства ровных махчимостей робится шмат, але никто не спрачается. Выкорстаны далеко не все махчимости. Во всяким разе международное сопротивление у этих пытаниях не перешкодить. Уже более 1000 людей приняло участие в семинарах в Израиле, которые проводят наши эксперты. И израильские эксперты приезжают сюда, чтобы передать свой опыт, передать израильские технологии местным белорусским предпринимателям либо представителям местных органов власти. У рамках кампании «Инклюзивная Беларусь» у Гомеля организована школа лидерства для женщин, спаборництвы по теннису для людей со слабым зроком, спартакиада для инвалидов-колясочников, творчая майстерня и круглый стол по створению безбарьерного осяроддзя для людей с обмежованными махчимостями. Сегодня только на Гомельщине проживает около 90 тысяч инвалидов, у тем лику детей. Нельзя сказать, что для их интеграции в громадство ничего не робится. Удельники посяджения кажут, например, об работе социального такси, открытие специальных объектов. В ближайший час будет запущены первые у Гомеля пешеходный переход с лифтом. Для инвалидов выделены особые места на стоянках, уладкованы зручные уходы в громадском транспорте, светлофоры с звуковыми сигналами. Отповедная работа будет протягиваться и только этими накерунками не обмежуется. Сегодня людям с обмежеванными махчимостями необходимо больше широкий доступ до отримания информации, начиная от створения передач с сурдоперекладами. На лидской компании есть проект, который называется «Путешествие без границ», который ведет инвалид-колясочник и ведет достаточно успешно. То есть разграничение в том, что это человек с ограниченными возможностями, совершенно не позиционируется. Наоборот, воспринимается обществом совершенно в другом ключе. После Гомеля компания «Инклюзивная Беларусь» протягнется у Могилеве, Витебску и Минску. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Промысловы турызм плануецца развіваць на прадпрыемстве Гомсельмаш. Незвычайны від турыстычных паслуг сёння набірае папулярнасць ва ўсім свеце. Аб яго перспектывах на гомельскім прадпрыемстве даведалася Ганна Кавалёва. Адпачынкам у Турцыі і Егіпце сёння нікога не здзівіш. Турыстам адкрыты ўвесь свет. Іншая справа – пабываць там, куды проста так не зазірнеш. За высокімі сценамі завода ў часам утоі нашмат цікавага. Прамысловы турызм у Беларусь прыйшоў зусім нядаўна. Першыя спробы яго арганізаваць паказалі, людзей цікавіць тэхналагічны працэс. Сёння ўжо можна ўбачыць, як робяць алмазы і вараць піва ў сталічным рэгіёне. А цяпер яшчэ і то, як збіраюць камбайны ў Гомелі. Адну з першых экскурсій па прадпрыемству Гомсельмаш правялі для Гомеля. Студентов. Мы готовы сотрудничать, мы всегда открыты для диалога. Честно вам скажу, мы работаем, скажем, по первому звонку. Если есть такая группа, которая хотела бы нас посетить, ориентир мы делаем на то, чтобы сформировать, во-первых, представление о том, что сегодня представляет из себя холдинг «Гомсельмаш». Холдинг «Гомсельмаш» – это более 14 тысяч работников, и многие даже не знают о том, что на сегодняшний день производит холдинг «Гомсельмаш». Промысловы турызм – это еще и способ рекламовать свою продукцию. Зараз идут перамовы с турагентствами по уключэнні Гомсельмаша у турыстычныя маршруты. Поспехі ёсць. Некалькі дзён таму тут пабывала група турыстаў з Украіны. А з 1 студзеня прамысловы турызм паставіць на канвеер. У планах надаць экскурсіям форму квеста і уключыць у праграму тэст-драйв на камбайне. Для студэнтаў экскурсіі будуць праводзіцца бясплатна. Дарэчы, для многіх з гэтых маладых людзей Гомсельмаш – патэнцыяльнае месца працы. Адсюль яшчэ адзін плюс прамысловага турызму. З яго дапамогай можна рэалізаваць некаторыя пункты маладзёжнай палітыкі і даць магчымасць студентам познакомиться с будущей профессией. Вы знаете, никогда мне раньше не приходилось бывать на таких крупных предприятиях Республики Беларусь. Конечно, очень много нового я увидел здесь. Это те же станки, которые мне раньше доводилось видеть только в учебных мастерских. Действительно, масштабы просто поражают. В будущем, возможно, я уже буду думать об устройстве на предприятие «Гомсельмаш», так как здесь действительно есть шансы достойной работы, достойной заработной платы и будущего карьерного роста. Ганна Кавалёва, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». У Дакашалёўскім районе прошло выездное посяджение постоянной комиссии по законности и правопорядку Гомельского облсовета. На парадку дня тема «Папяреджання социального утриманства». Депутаты ознайомились с реализацией декрета президента номер 3, оценили ситуацию на рынку працы в Будокашельовском районе и доведались, какие вакансии пропонуются беспрацовным. Дмитрий Котов с подробязностями.
Жыхар аграгородка Октябрь Алексей Михалевич находится на пенсии. Однако на отпочинок часу нема. Необходимо сочить за уластной господаркой. Все лето пенсионер вырашил працовать на земле. У сельским выконками ему выделили участок. У мясцовых фермеров пенсионер закупил саджанцы малины и в наступном годе отримая первый урожай. Я пошел в исполком местный. Дали разрешение на оформление земли. Я взял землю в аренду на 99 лет, которая дается. Ну, здесь же здание было, стояло, его снесли, площадь расширилась, ну, и оформил эту землю. Подобных прикладов, коли сельские жихары берут у корыстания землю и занимаются вытворчестью сельхозпродукции, у Будо-Кошелевском районе шмат. А лишь и так званых социальных утриманцев хапая. 130 человек официально зарегистрованы в якости беспрацовных. При этом амаль на кожного две вакансии, которые наймальники пропонуют про задел занятости. Однако 70% соискальников мают недостатковый уровень адукации. Мы ведем работу по направлению на профобучение, переподготовку, на курсы, да, и здесь у нас 32 человека уже направлены на профобучение в текущем году. По заявлению, по желаниям, так сказать, безработных и по предоставленным нам возможностям мы работаем здесь со среднеспециальными учебными заведениями. Одной из распаўсюджаных форм работы по працаўладкаванні является кірмаш вакансий. Яны проходят два раза в год, у некоторых выпадках каждый квартал. Апошний разгорнулся во Уваровицком доме культуры. Специалисты предприемств и организаций пропонуют вакансии у сельской и лесной господарках, адукации, медицине и культуры. Непосредственно на месте можно отримать консультацию и навод одразу заключить працоўное погоднение. Подчас выникового посяджения депутаты обмерковывают убаченное. Одно из головных пытаний – правомерность погнания податку с непрацующих громадян. Хотелось бы нам определить ту категорию граждан Республики Беларусь, которые формально обязаны платить, но они, например, в год увольнения со срочной военной службы в запас, а в год окончания студентом учебного заведения он чисто физически не может более 183 дней поработать в этот период после выпуска, либо пенсионер, который на пенсию выходит. По таким гражданам надо принимать взвешенное законодательное решение для того, чтобы уже со следующего года с ними можно было работать, если они нигде не трудоустроились. Нагадаем, у отповедности с декретом президента номер 3 о попереджении социального утриманства, податок у померы 20 базовых величин необходимо заплатить громадянам, которые не працевали 6 и больше месяцев на протягу года. А до платы податку вызволяются студенты дённой формы научания, предпринимальники, ремесленники, адвокаты, представники творчих профессий и работники агроэкотуризма, а так само те, кто працует альбо научается за мяжой и находится на территории Беларуси меньше за 183 дни. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» из Будо-Кошелевского района. Сегодня в Беларуси повеличиваются працовные пенсии. В вынику переразлику выплаты повеличатся у среднем на 5%. Средняя пенсия у номинальном выражении складет 298 рублей 19 копеек. При этом помер повышения пенсии у каждого пенсионера будет залежать от индивидуальных параметров стажа работы и величини заработку до выхода на пенсию. Сегодня в Гомеле протягнется областная спартакиада инвалидов-колясочников, присвященная Международному дню инвалидов. Споборництвы проходят у Лядовом палаце и палаце водных видов спорта. Сюда приехали удельники из Гомеля, Жлобина, Хойни, Клоева, Рогачева и інших районов в области. Споборництвы прошли у индивидуальном залику по нескольких паралимпийских видах спорта. На протягу 10 годов на Гомельщине проходит спартакиада для инвалидов разных категорий. Для людей с порушением функции опорно-рухального аппарата споборницы прошли у першиню. Организаторы мкнутся не просто допомагать у социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов, але и выявлять талиновитых и перспективных спортсменов. Тем более, что паралимпиада у Рио-де-Жанейро показала великий потенциал Гомельщины. Сегодняшнего дня сотрудники Державтоинспекции узмоснят контроль за обязательным использованием зимовых шин. Да и нагадывая, что на протягу 3 зимовых месяцев все автомобили должны быть обсталеваны зимовыми шинами. Отказность за их невыкористание, попереджение те штрафу по мере до половы базовой величини. У выпадку ж, коли на транспортном сродку усталеваны зимовые шины, але остатковая вышиня малюнка протектора складая меньше за 4 мм, отказность до 1 базовой величини. У выпадку повторного порушения от 2 до 5 базовых величин. Это а так само иншие новины вы можете найти на нашем официальном сайте по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Побаловец. Усяго доброго и до встречи в эфире.